В Магадане продолжается турнир «Кубок мэра по хоккею», и стоит отметить, что его проведение стало уже традиционным, он проходит в 12-й раз. В этом году за звание лучших решили бороться сразу 6 команд – «Морпорт», «Медведи», «Модерн Машинери», «Армада», «МПТ», «Крылья Севера». У нас 12-й раз уже проходит «Кубок мэра по хоккею», и второй год у нас он проходит в условиях пандемии, когда мы, в общем-то, ограничиваем количество болельщиков здесь до 50%. Команд в этот раз 6, это хорошее количество. Мы играем по круговой системе, затем встречаемся за первое, второе, третье, четвертое места. Я думаю, что команды сегодня очень сильно подготовились. Это было одно из немногих мест, куда пускали в период пандемии. Вот, поэтому думаю, что все будет здорово, интересно. Борьба будет долгой. 12 числа будут заключительные матчи. Я думаю, что к этому времени уже снимут все ограничения. Но мы строго соответствуем тем требованиям. Все предъявляют QR-код и паспорт. Обладатели первых-вторых мест выходят в полуфинал, чтобы бороться за переходящий кубок мэра Магадана. Кроме того, разыгрываются кубки за второе и третье место. Также судьи определят лучших игроков на линиях вратаря, нападающего и защитника. Кто станет победителем, мы узнаем 14 ноября. Тогда же состоится и церемония награждения участников.